Здравствуйте, мои дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Сегодня расскажу о том, что Филипп Киркоров недавно похвастался подарками, которые получила его дочь на день рождения от Аллы Пугачевой, Игоря Николаева, Сергея Лазарева и других звезд. Популярный артист Филипп Киркоров вместе с тетей Марией и дочкой разбирает подарки. 3 декабря звездный отец устроил роскошное торжество для своей любимой Аллы Виктории. А теперь Филипп Киркоров решил показать, что же подарили дочери Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и другие звездные друзья. Дочь певца поблагодарила всех за красивые и нужные сюрпризы. Кстати, Филипп Киркоров неоднократно рассказывал, что назвал дочь в честь Аллы Пугачевой. Певец надеется, что бывшая супруга станет примером для нее. Как бы я хотел, чтобы моя Алла Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, которая поет. И даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважения к людям, с которым идет по жизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее по жизни. И эти теплые встречи с ней, я уверен, она запомнит и пронесет с собой на всю жизнь, рассказал Филипп Киркоров. Вечером 3 декабря фото и видео с шикарного праздника делились друзья и знакомые певца. Позже ролик опубликовал и сам Филипп Киркоров. Певец показал в Инстаграм яркое видео о празднике, поблагодарив гостей за то, что даже в будний день они нашли возможность прийти и поздравить Аллу Викторию с днем рождения. Вот что написал на своей странице Филипп: «Ну вот так мы сказочно отпраздновали 7 лет Аллы Виктории в замке Хогвартсу Гарри Поттера, пригласив на праздник самых близких и дорогих друзей. Спасибо всем-всем-всем любимым нашим за чудесные подарки, настроение и улыбки. Мы вас очень любим и дорожим вашей дружбой». Ваши Киркоровы, к слову, еще до торжества именинница придумала красивое видеоприглашение для своих гостей. Звездный отец рассказал, что дочка сама все сделала. «Не могу удержаться и все так и хочу поделиться с вами этим приглашением на день рождения моей дочери Аллы Виктории, которое она придумала, сделала и сама разослала всем своим друзьям, вдохновившись сагой о Гарри Поттере. Не знаю, как вы, но я не мог оторвать глаз от моей принцессы», признался Филипп Киркоров. Дорогие маги и волшебницы, вы приглашены в школу чародейства и волшебства. Ждем вас в мире магии. Экспресс до Хогвартса. Алла Виктория давно восхищает поклонников звездного отца своей красотой. Девочка уже активно принимает участие в различных модных показах и становится их настоящим украшением. Дочь Филиппа Киркорова уверенно держится перед камерами и многочисленными зрителями. Звездный отец очень любит Аллу Викторию и гордится ею. Кстати, дети Филиппа Киркорова в этом году должны были пойти в школу. Мартину исполнилось 6 лет, а Алле Виктории 7. Но артист решил, что 1 сентября у наследников наступит не в 2018 году. По словам певца, его дети и дома получают неплохое образование. Филипп надеется, что в будущем из наследников вырастут профессионалы своего дела. Правда, артист не хочет, чтобы Мартин и Алла Виктория шли по его стопам. Давайте пожелаем артисту семейного счастья и благополучия. Всем большое спасибо за внимание. Ждем вас на следующих просмотрах. Ставим лайк или дизлайк. Не забываем подписываться на канал,
нажимаем на красную плашку с надписью «Подписаться» или на колокольчик. Благополучия и здоровья всем вам!